дядя Михайло? Он скажет, плевать. А я скажу, добром пойдешь, поймаю член. А он скажет, подавишься. На кого он нас применял? Добрый, добрый. Баба-Яга хотела съесть этого домовенка. Осерчал тут Баба-Яга, за такое, говорит, со мной обращение, поймаю, зажарю и съем. Не советую, вредно, жареное вредно. Куда? Пиздец! Сюда! Сюда! Ну, давайте сейчас же прервемся на короткую рекламу. Снова в эфире. Мы продолжаем рассказывать о Кузьке. Кузька смог избавиться от кота Бабы-Яги, но как на грех открылась дверь лифта, и из лифта вышла тетка. Кузька зашел в лифт, и Баба-Яга успела зайти в лифт. Баба-Яга поставила Кузьку в печку, но избушка на курьих ножках прыгнула прям в реку. Кузька выжил и убежал. Баба-Яга стала бездомной. Баба-Яга хотела зайти в дом, чтобы спросить хозяев, можно ли там поселиться или нет. Но вместо этого на нее весь дом обрушился. Так и погибла Баба-Яга. Кузька забрал метлу Бабы-Яги, и он улетел, куда глаза глядят. С вами был Том и Бен, пока-пока.